Вау, вау. А есть кто-нибудь, у кого есть разряд по этому виду спорта? Ой, слушайте, куда я попал? А есть кто-нибудь, у кого есть первый взрослый, например, разряд? Вау, круто. А кто-нибудь, кто есть мастер спорта, есть в зале? Что-то многовато, как-то многовато. На самом деле, мастера спорта еще, мастеров нету еще, да? Но я надеюсь, что вы ими станете. Вот, я очень приятно такую спортивную аудиторию иметь. На самом деле, я занимаюсь шашками 31 год. 31 год. Ни в одном другом виде спорта этого сделать как бы очень сложно. Из них 26 лет я являюсь членом национальной сборной Беларуси. Вот, то есть, я думаю, что, ну, как бы, это достаточно долгое время, мне есть о чем рассказать. Но хотел бы я начать вот с чего. То есть, мы сначала поговорим немножко о спорте, потому что спорт любой, он хорош, он красив, каждый находит в нем что-то свое, и каждый хочет стать чемпионом мира. Есть кто-нибудь, кто чемпионом мира хочет стать? Руки поднимите. Хочет, отлично. А теперь давайте так вот, смело. Кто станет чемпионом мира, тот так раз и встал. Нет, со своего места, да, вот, раз и встал. Посмотрите, вот. Самое смелое в самом дальнем ряду, они надеются, что их не запомнят, да? Ну здорово. Значит, о чем? Ну хорошо, давайте немножко успокоимся, мы уже размялись, да? Некоторые встали, некоторые руки поподнимали. Давайте чуть-чуть тише.